Оскар Забикулин. Его имя и подвиг стали синонимами мужества и героизма всех казахстанских спасателей. Сегодня в Астане открыли памятник пожарному в его родной части номер 6. Участие в этом мероприятии приняли близкие погибшего, глава МЧС, аким столицы, а также ветераны органов гражданской защиты, руководство и личный состав столичного ДЧС. Покоритель горы. Именно так видят скульпторы Айдос Буркетбаев и Тимур Ермухаметов Оскара Забикулина. Материалы, из которых выполнен памятник, бронза и гранит, как бы подчеркивают стойкость духа героически погибшего спасателя. Напомню, 16 ноября 2022 года из горящей квартиры пожарные спасли 5 человек. Сами огнеборцы серьезно пострадали, а Оскар Забикулин, получивший тяжелые травмы, позже скончался в больнице. Идея этой композиции — показать Оскара Забикулина как гора. Постамент выполнен формой горы. И надеемся, что эта работа будет символом общей наших защитников, которые каждый день подвергают свою жизнь, спасая, защищая. Памятник установлен на территории специализированной пожарной части номер 6, в которой трудился Оскар Забикулин. Кстати, она тоже носит его имя. Сегодня здесь работает 115 спасателей. Большинство из них знали Оскара лично. Памятник сделан Оскар Забикулин, он показывает всю структуру, всю работу пожарных. Сегодня праздник, да, их поздравляю всех с праздником пожарных. Это тяжелая, нелегкая работа. Рисковать жизнью. Всем большой рахмет. Эти слова благодарности могут сказать все казахстанцы спасателям нашей страны.